А вот еще один незадачливый автомобилист ухитрился сегодня в самом центре Красноярска на своей совсем немаленькой машине заехать внутрь временного деревянного тротуара. При этом он еще и сбил знак пешеходного перехода. Авария попала в объектив камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, белая иномарка пытается перестроиться с одной полосы в другую, а в это время прямо движется RAV4. От удара Toyota вынесла на пешеходную зону. Как сообщают сотрудники ГИБДД, в этой аварии пострадавших нет.